хотим и будем трудиться эффективнее, давать стране больше доходной продукции. Главное, подумай, пока есть время. Уверен, сам понимаешь, на что замахиваешься. Доброе утро, Леонид Ильич. А так это по вашему случаю праздник. Серьезно, у нас будет разговор. Если ему в Кремле за эту башку не свернуть, не знаю, что с ним станет. Он честный человек. А я уже думал об этом. Я не боюсь. Ну что ж, давайте разбираться.